Здравствуйте, приветствую вас на канале Максима Тимохина. Меня зовут Плюско Михаил, и я занимаюсь преимущественно программным ремонтом, разблокировкой телефонов и так далее. Что я, что Максим сейчас сидим дома по понятным причинам, и мы решили провести совместную коллаборацию. А именно, я предоставил Максиму необходимые файлы и инструкцию, как с помощью программы MRT Dongle, с помощью платного программатора MRT Dongle, можно понизить на таких телефонах, как Honor 20, Honor 20 Pro, Nova 5T, версию прошивки с 10 на 9, ну и уже как на 9 андроиде обойти блокировку. Ссылку на проверенного продавца MRT Dongle можно посмотреть в описании к этому видео. Там же ссылка на мое файловое хранилище, по которой можно скачать все необходимые файлы. Ну что ж, дорогие друзья, приступим. Погнали! Всем привет, вы на канале Максима Тимохина. Сегодня мне попал телефон Honor 20. Это модель YAL L21. С проблемой заблокирован Google аккаунт. Далее нам никак не нажать, кнопки пропустить нету. Соответственно, требуется подтверждение аккаунта. Если вы забыли логин или пароль, то данное видео поможет вам обойти аккаунт на данном устройстве. Значит, на данном устройстве установлена версия Imagine UI 10.00.194. Это, по-моему, последняя версия и патч безопасности. Простыми способами, без участия компьютера и программатора, к сожалению, MRT Dongle пока нет способа обойти аккаунт, но зато он уже есть. Если вам нужно будет разблокировать, если у вас нет MRT Dongle, вы можете заказать его по ссылке в описании с Алиэкспресса, либо обратиться ко мне в WhatsApp, и я помогу вам удаленно. Значит, чтобы проверить версию Imagine UI, перед тем, как что-либо делать, выключаем телефон. На компьютере скачиваем программу Multitool for Huawei. Далее устанавливаем эту программу, запускаем ее. И на выключенном телефоне зажимаем кнопку громкости вниз и подключаем компьютеру. Телефон сейчас перейдет в режим фастбут. Вот. Здесь нажимаем ОК. Либо, если вы только установили программу, нажимаем настроить и установить драйвера. Нажимаем кнопку заполнить. У нас появляется модель YAL L21 и Imagine UI 10.00.194 регион C10. Тут же, кстати, есть серийный номер, если захотите заказать код разблокировки. Это немножко отдельная история, ссылка на такое видео будет в описании. Это абсолютно беспроблемный метод, стоит денег, но другого пути, как бы кроме как MRT Dongle, либо заказ кода, нету. Узнали, значит, что у нас 10-й Imagine UI. Простая прошивка нам ничего не даст, там метод трех кнопок уже здесь не работает. Выключаем телефон. Запускаем MRT Dongle, если он у вас есть. Так, MRT Dongle запустили. Значит, переходим на вкладку Huawei Tools. У меня, кстати, последняя версия MRTK 3.5.7. И нажимаем Huawei Flash Tool. Нам понадобится, кстати, способ, это Михаила Плюско. Он нашел необходимые файлы. И, собственно, эти файлы мне предоставил, так как у Михаила сейчас, к сожалению, нету данного телефона под рукой, чтобы снять видео. Телефон оказался у меня. Выключаем, кстати, телефон еще раз. И сейчас мы будем заходить в рекавери. Итак, нам понадобятся файлы, любезно предоставленные моим коллегой. Его вступительное видео вы могли видеть в начале. Файлы будут в архиве по ссылке. Этот архив необходимо скачать. На компьютере должен быть скачан, установлен архиватор WinRAR последней версии с официального сайта. Значит, вот, распаковываем архив. Собственно, вот он уже в распакованном виде, YAL L41. И вот все наши необходимые файлы. Все это будет в архиве. Скачивайте и кидайте папку на диск C, ну, либо D, какой там у вас. Значит, далее зажимаем кнопку громкости вверх и включение. Переходим в режим recovery. Сейчас, когда экран загорится, отпускаем кнопку включения, а кнопку громкости вверх продолжаем держать.
Отпускаем включение. Значок Android говорит, что у нас как раз 10-й Android, значок робота. 10-й Android, 10-й Emotion UI. Здесь нажимаем Update Mode и USB Update Mode. У нас появляется Installing Update, ждем 5% и подсоединяем к компьютеру наш телефон. Переключаемся на программу. Извиняюсь за домашние обстоятельства. Бывает. Значит, заходим. Вот под, нажимаем вот эти три точки, переходим на мой компьютер, диск C, нашу папочку скачанную, и выбираем здесь единственный наш файл flash.txt. Открываем его, ни в коем случае там ничего не меняем, делаем все как есть. И теперь просто нажимаем кнопку Start. И видим, начался процесс прошивки всех наших файлов, которые находятся в папке. Идет процесс установки. Давайте я как-нибудь положу, чтобы было удобно. Так, скриншот нам не нужен. Ну и нам остается только наблюдать за процессом. Займет это минут 10 примерно. Спасибо Михаилу Плюско еще раз за возможность снять данное видео. Я, конечно, тоже нашел примерную инструкцию, как создавать эти файлы, верлист и так далее. Но не было под рукой подходящей прошивки, а времени искать там и экспериментировать на самом деле не было с этим. И ждем, пока закончится прошивка. Также, если вам удобнее, вы можете заказать код разблокировки для заблокированного устройства на Google аккаунте. На абсолютно любой Honor, Huawei есть заводские коды разблокировки, которые можно приобрести у меня. Вот. Для заказа кода у меня будет сейчас видео. Ссылка на видео в описании, можете посмотреть, как это происходит. По серийному номеру происходит разблокировка. Все достаточно быстро, минут 10 занимает ожидание кода, и я вам скидываю код в WhatsApp, и вы, соответственно, через программку H10, которая будет там прикреплена по ссылке к тому видео, которое будет в описании, сможете скачать данную программу и все это реализовать. Также, кто сомневается, обман это не обман, это никакой не обман, это моя работа. Вот, и есть у меня переписки с клиентами. То есть, вот, допустим, здесь немножко длинная переписка получилась. Где-то покороче, вот, на два скриншота длинных. Ну, здравствуйте. А, мне этого звонил клиент, по-моему, сначала, потом я ему написал в WhatsApp. Вот, уже мы договорились, в принципе, вот я ему скидываю тоже переписки, он там понял, скоро переведем. Так, 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 понял вас. Короче, вот он скидывает мне серийный номер из той программы, которую он узнал. Так, перевел телефон в режим фастбут. Ну и мы, в общем-то, ожидаем код. Вот код я ему скидываю. Он проводит все манипуляции на своем компьютере и говорит: спасибо огромное, все получилось. Все было круто, без всяких обманов. Это вот первый пример. Далее вот тут на три скриншота уже. Ну, в принципе, все то же самое. Добрый вечер, посмотрел ваше видео, выложенное почти час назад. Как раз проблема с Huawei Nova 3i, он заблокирован. Вот он мне скидывает серийный номер. Я говорю: вот, здравствуйте, не проблема, код стоит 1300 рублей, какие гарантии? Ну, в общем, я ему скидываю скриншоты, опять же, окей, скидываю номер карты.
переводит мне с Украины, с Приватбанка. Там какие-то проблемки некоторые возникали с переводом. Вот, ну и я выписываю для себя уже серийный номер, чтобы мне было удобнее. Ну и он мне скидывает скриншоты, что все получилось. Ну, практически тут low-level формат уже происходил. Ага, огромное спасибо, он грузится. Так, ну и все. Есть еще, конечно, переписки. Тут уж это не буду все подряд показывать. В конце вот уже тоже разблокированный телефон. Скриншот. Уже типа где оставить отзыв можно. В общем, как-то так. Тем временем у нас прошивается апдейт АПП, 6 бейс АПП. Кстати, ссылка на канал Михаила Плюско также будет в описании. Это мой коллега, занимается он давно уже этим делом, разблокировкой аккаунта в Google. Уже около 3 с лишним лет. Я относительно недавно начал этим заниматься, ну, где-то в сентябре прошлого года. Вот. Михаилу огромное спасибо за то, что подсказал и втянул меня в эту тему. Молодец парень, хорошо разбирается в этом всем. Ну, где-то он иногда ко мне обращается за помощью с тем же, например, Meizu M6S. Очень замороченный телефон. Донгл его не берет, там только все вручную делается, но каждый раз по-разному. Так что, Михаил, спасибо большое еще раз. Приятно с тобой работать всегда. Еще раз прошу, подписывайтесь на мой канал. Если вам какие-то методы мои помогают, то это приятно. То есть видео у меня немало, но и немного. Уже около 100 набралось. Ну, плюс еще, кстати, у меня там на облаке где-то, на разных серверах и на жестком диске, и в телефоне еще куча необработанных видео, которые все нет времени закинуть. Но я думаю, штук 15, наверное, точно наберется, если не больше. Кстати, если вам нужно какое-то облако, за которое там, ну, требуется оплата, ну, естественно, если это там, допустим, терабайт места, вы можете приобрести на таком ресурсе, как mega.nz. На мой взгляд, хорошая скорость, около 3-4 мегабит в секунду, плюс дешевле, чем Яндекс или Google, или какое-либо другое облако. Мне, в принципе, нравится. Буду перемещаться потихоньку сюда. Ссылка, кстати, будет тоже в описании на данный облачный сервис, облачное хранилище. Кстати, там есть и бизнес-вариант. Повторю, что на Honor 20, 20 Lite, 20 Pro, 20S нет возможности зайти в режим резервного копирования. Поэтому, в принципе, на 10 Android есть бесплатный метод. Также ссылку постараюсь не забыть прикрепить в описании. Но он не на всех телефонах работает. Вот, кстати, даже на Honor 8X на одном работает с такой же версией прошивки, на другом уже телефоне этот метод не работает. То есть там, в принципе, заходишь в резервное копирование тоже, но где-то там нюансы какие-то возникают. Был телефон, который там почти все перепробовали, но так и не получилось. Пришлось отдавать телефон клиенту срочно, так как он спешил. Думал, что найдет где-то в другом месте, сделает. Ну, возможно.
просто не хватило времени. Также у Михаила на канале всегда передовые решения по обходу блокировок на последних версиях патча безопасности. Также подписывайтесь на его канал. Мы ждем завершения прошивки. Все, телефон у нас прошился. Нажимаем reboot, то есть перезагрузка. All is done. Вот эта красная надпись означает, что все готово. Вот, update success. Видим, что телефон у нас прошился и теперь перезагружается. После этого нам программатор уже будет не нужен. Да, в принципе, уже ничего не будет нужно, кроме подключения к Wi-Fi. И, кстати, метод здесь safe mode, забыл об этом сказать. То есть сработает метод safe mode, старый добрый safe mode. Ну и ждем загрузки телефона. Также он какое-то время займет у нас этот процесс. Снимать буду без остановок, ну, чтобы было понятно, что все работает. Без вырезов, без всего. Единственная склейка будет, это вставка видео Михаила Плюско в самом начале. Так, не падать. МРТ-донгл можно уже закрыть. Он нам уже не понадобится. Повторюсь, все необходимые файлы будут в описании. Все необходимые инструкции, ссылки. Также ссылки на канал Михаила Плюско. Номер моего телефона для связи в WhatsApp. Ну, либо Viber, либо Telegram. Доступен и там, и там. Кстати, недолго грузился телефон, заметьте. Все, телефон у нас загрузился. Мы прошились на более раннюю версию. Это Imagine UI 9.1.0. Заметьте, что у нас изменились некоторые интерфейс, элементы интерфейса. Отключаем его от компьютера. Ну, в принципе, нам сейчас понадобится все равно провод один раз для того, чтобы... Ну, аккаунт у нас сейчас еще все равно присутствует. Поэтому выключаем телефон. Выключить, выключить. Далее подключаем зарядное устройство. Зря я его, в принципе, отключал. Зажимаем кнопку громкости вверх именно с подключенным кабелем, чтобы попасть в режим E-Recovery. Именно E-Recovery. Потому что сброс мы будем делать именно через E-Recovery. Вот видите, значка робота уже нету. Значит, это 9-й Android. Итак. Так, он, по-моему, сейчас будет включаться у нас. Я прошу прощения за этот нюанс. Подключайте кабель, и он у нас автоматически включается. Ну, делаем тогда так. Выключаем снова телефон уже с подключенным кабелем. Нажимаем. Так, не уверен, что сработает. Ладно, выключение, выключение. Зажимаем кнопку громкости вверх и включение. И удерживаем. У нас, по идее, должна начаться была зарядка. Ну, ладно. Как только экран загорится, отпускаем кнопку включения. А кнопку громкости вверх продолжаем держать. Отпускаем включение. Громкость вверх держим дальше. Прошу прощения за длительность видео, но таков процесс прошивки через MRT-донгл. Значит, видим, что мы в режиме E-Recovery, именно E-Recovery. Здесь выбираем Wipe Data Factory Reset. Пишем здесь слово Yes. Нажимаем Wipe Data, ну, Factory Reset. И телефон у нас перезагружается.
Так, телефон грузится, и сейчас будет происходить сброс настроек. Вот идет формат. Никакие кнопочки желательно не нажимать. Ждем завершения. Особенно кнопку включения не стоит трогать. Все, сброс выполнен. Теперь мы попадаем в обычное recovery, да? Видим надписи e-recovery уже нету. И у нас появляется внизу кнопочка Safe Mode. Нажимаем эту кнопку, и телефон у нас снова перезагружается. Все, сейчас у нас телефон попадет на рабочий стол в безопасном режиме, как в старые добрые времена. На 9-м Yimation UI. И, в принципе, нам остается только перезагрузить телефон. То есть, раньше считалось, что нужно сделать сброс настроек. Ну, можете сделать на всякий случай, конечно. Но, в принципе, у меня получалась просто перезагрузка, и все. И у нас телефон полностью отвязывается от аккаунта. Уже попав на рабочий стол просто. Это также работает, кстати, на... Я думаю, на любом, в принципе, Honor и Huawei. Вот предыдущее мое видео, там тоже я скачал Go Launcher, немножко другой метод. Другой. Телефон у нас загружается. Где там моя страница? Вот последнее видео это было Huawei P8 Lite 2017 года. Разблокировка, там тоже скачал. Там, получается, скачал Go Launcher, попал на рабочий стол и думал перезаписать еще видео, снять, но телефон уже отвязался автоматически, даже не делая сброс настроек, просто попав на рабочий стол. Выбираем только зарядка, вот мы в безопасном режиме, на рабочем столе. Заходим в настройки, система, кстати, сейчас посмотрим, какую версию мы шили. Honor 20, YAL L21. Версия прошивки 9.1.0.142. Кстати, я ее скачивать хотел и с ней тоже позаморачиваться. И Magic UI у нас 2.1.0, версия Android 9. Патч безопасности от 5 июля 2019 года. Это как раз тот патч безопасности на Honor Huawei, на котором работает метод Safe Mode. Ну и теперь просто перезагружаем телефон. Перезагрузка, перезагрузка. Еще раз огромное спасибо Михаилу Плюско за возможность снять данное видео, за помощь и за некие подсказки и предоставленные файлы. Так как мы находимся на карантине, не было возможности у нас встретиться и снять вместе видео. Все, телефон у нас загрузился, вход не выполнен, так как мы только что загрузились, и у нас нет подключения к интернету. Так, ну, нажимаем завершить, обновить вручную. Все, телефон у нас полностью разблокирован. Можете спокойно подключаться к интернету, входить в Google аккаунт, создавать новый уже. Все, телефон новый, чистый, как из коробки, как будто только что приобрели его в магазине. Все, на этом всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Михаила Плюско. Всем большое спасибо и до свидания.